Добрый день, дорогие тельцы! Для вас месяц ноябрь – это месяц решения жизненных вопросов. Я бы даже сказала, брачных вопросов, если вы еще не состоите в браке. А тем, кто уже у кого есть семья, возможно, это решение каких-то партнерских вопросов, создание каких-то предприятий, совместного бизнеса. В любом случае, все ваши идеи и все ваши контакты будут так или иначе связаны с другими людьми. И если вы еще не в паре, то я бы посоветовала вам сделать предложение тому человеку, который вам нравится. Ну, конечно, при условии, если он есть. Если вы решаете какие-то вопросы бизнеса, то тоже не тяните, потому что время как бы позволяет решить их с меньшими потерями и с большей результативностью. Ну и надо сказать, что финансы, конечно, для вас они будут исключительно заработанными. То есть, как вы поработаете, то и заработаете, ту сумму и получится. Поэтому не стоит надеяться, что кто-то придет, даст, поможет. У кого-то можно перехватить какую-то сумму. Все будет только от труда вашего. Ну а если ваша энергия бьет ключом, то я бы посоветовала в ноябре все-таки немножко убавить свой пыл именно вот такой вот личной какой-то инициативы и личной направленности, то есть вот проявление себя. И если обстоятельства позволяют, я бы вам советовала на недельку-другую уйти в отпуск, как бы залечь на дно и умерить свой пыл. Поверьте, излишняя инициатива вам вот именно в ноябре абсолютно ни к чему. Лучше займитесь своими партнерскими делами. Это будет намного лучше и, поверьте, намного результативнее.